В Бурлинском районе стартовал второй этап вакцинации от COVID-19. В марте, когда поступило 560 доз препарата, были привиты медики, работники образования, сотрудники полиции, а также другие жители, которые находятся в зоне риска заражения. На втором этапе в район завезено 260 доз. Каждый желающий может обратиться в районную поликлинику в кабинет номер 124 с 8:00 до 16:00. Это бесплатно. В эти же дни приходят за второй прививкой те, кто вакцинировался на первом этапе, в их числе и спортсмены. Сейчас все международное сообщество опирается на эту вакцину. И чтобы нам не тратить дополнительное время, дополнительный бюджет на карантинные меры в других странах, чтобы потом приступать к тренировкам, соответственно, мы вакцинировались. Первая вакцина прошла у меня удачно, в принципе, никаких побочных действий не было. Надеюсь, что и вторая пройдет так же. Если все наше население до 50% вакцинируется, я думаю, что уже у нас и будет спорт со зрителями, и все торгово-развлекательные центры, и рынки, и продовольствие будет открыто. Вторую дозу вакцины получил и паратэквондист Малик Мукашев. Спортсмен готовится к чемпионату Азии, который пройдет в мае в столице Ливана, Бейруте. Перед этим предстоят учебно-тренировочные сборы. Малик Мукашев говорит о том, что вакцинация становится неотъемлемой частью жизни спортсменов. Я считаю, что вакцина – это прежде всего для себя и безопасность для своих близких. Также для спортсмена важна вакцина, так как у нас очень много посещений разных зарубежных стран. И чтобы попасть на соревнования, чтобы обезопасить себя нахождение в других странах, я считаю, что нужно обязательно делать вакцину. Стоит отметить, что жители района положительным образом относятся к вакцинации. Только за два дня, 3 и 5 апреля, было привито 220 человек. Вторую дозу получил 91 человек. Вакцинация населения продолжается. Мария Пирог, Алтынбек Майкенов, телеканал «Джейк».